где тут медийская рожа? Это идет. Ну, кстати, антимагия. Я посмотрим, что там. Это идет. А, они будут очень дешевые все за ту же цену. Ну, блин, ладно. Нет, два полиморфа не хочу. Ну да, глыба наверняка сработает. Нет, два, в принципе, дыхание дракона под расчистку других. Так, а я что, ни одного не взял? Буря. Бам-бам-бам-бам-бам. Ну давай Антошку на всякий случай. Не знаю, давай посмотрим, что за потасовка, как из этого всего можно что-то извлекать. Одни маги, возможно, а возможно и не одни маги, возможно. Возьми глыбу, говорят. Ну, посмотрим насчет глыб. Друзья, всем привет, мы потихонечку начинаем, потихонечку смотрим, что тут за новая потасовка. Впервые эксклюзивно. Сейчас посмотрим. Наздорму выпало из халявного пака, поздравь пылить, говорят. Ура! Посмотри на эту бомжарскую джайну из бомжей. Как она отвратительно выглядит по сравнению с моим молодым, подтянутым, сексуальным медивом, который... Наверняка, Фитна, ты-то прогуливала, Фитна? Смотри, какие сиськи нажрала своим буррито, а? То есть мы разыгрываем, и нам дается существо за один маны? Ой, не... Окей. Так подожди, у него монетка, ему виспа дадут? Ну это не было. Администрация! Yeah. Ну ты чё? Конечно, как ему, так сразу. Ну, кстати, веселая потасовка, судя по всему. Выглядит полный рандом. Полная... Стрим только начался, уже P2. Да, давай пока еще Чикарину уберем, потому что мы пока потасуем. Пепа должна уйти. Увы и ах, я не виновен, но Пета... Пета это. А, ура, баланс занесло. Балансом звоняло. Господи, как тут что делать-то? Да, в принципе, здесь даже существа-то не нужны. Просто одних заклинаний набрать, серьезно. Потому что существа-то будут вываливаться из вот этих вот всех. Примерно не один. Ладно, посмотрим. Мы его убьем, если что. Ну прекратите! Да, я понял, здесь кольцо льда отлично заходит тоже. Это то, что оно призывает еще и существо за треху. За треху-то грех не прислать. Ну мне, конечно, блин, козлоногие парни заходят, да. Не уверен я насчет. Выглядит очень прикольно, друзья, всем... Всем привет. Что думаешь о приостановке торгов на Нью-Йоркской бирже? Я думаю, то, что самое время вкладываться во... Ой. Господи, таких диких рандомов планета еще не видывала просто. Я думаю, это самое время, отличное время вкладываться в стримы, когда мировой финансовый кризис и биржа говорит нам, что... Ты же не убьешь никогда, ты же два раза не разожжешь, я ж тебя знаю. Опа, балансиха. Окей. Целлятора взять и антимагию, говорят. Ну, посмотрим. Ну да, похоже... Да, здесь, похоже, все-таки больше... Больше по заклинашам пойдем. Ой, синергия. Да, я еще и сыграл неправильно, не рассчитал ману. Не, какая разница, сейчас, пока еще. Спой флаги. Нет, пока еще не флаги. Господи, что творится, обезумели? Ой, нет. Там все конусами херачит. Ну так-то да, ура! Дай мне 7 маны. Ура, не, слушай, да, пока. Наконец-то веселая потасовка, Господи Иисусе.
вижу цель. Говорит у меня... Нет, у меня не будет фаербол под Велином на 2 бить. У меня фаербол под Велином будет бить на 12, если вы... Если вы... Привет! Нет, ты не привет. Ой. А Велин хорошо за... Ну, кстати, Велин хорошо зайдет и... Престом. Насчет приста посмотрим. Посмотрим насчет приста. Но пока режим выглядит, конечно, очень и очень мило. Говорят, у вас возникло... Ну, сынок! Нет! Не на... Господи Иисусе. Память она такая, да. Память она подводит порой. Друзья, всем привет. Мы, наверное, все-таки официально нужно как-то поприветствовать начало стрима. Новая потасовка выглядит очень забавно. Всем доброго дня, и нам нужно как доброго дна. Доброе дно. Доброе дно, и мы, кстати, победили. Ну, давай еще карт потянем. Гэнгбэнг мастера. Вот этого вот. Ну, кстати, нормально зашло, и в принципе... Ну, давай попробуем. Давай попробуем всю колоду вообще. Ну, конечно, разжигатель нужен, потому что разжигатель. Давай попробуем всю колоду вообще. Ура! Запакован! Давай, окей. Еще и делик делаем. Так. Смотрим, какие потрясающие, великолепные карты нам сегодня выпадут. Аренка будет? Конечно же, будет аренка. Сейчас просто чуть-чуть немного... Немного богато. Немного богатств нам... Нам немного богатств здесь. Ой. Так. А, нет, там свои колоды. И, наконец-то... А, они, похоже, еще исправили то, что можно теперь... А, нет, нельзя! Одна гребаная колода! Конечно, зачем нам делать, блин, больше? Окей, какая разница. Whatever. Червя можно убрать, потому что... На кой хрен тратить одну маны, когда можно... Я заново проще наберу. Чтобы не... Антонидеса, говорят, оставить. Ну да, Антонидеса можно оставить. Чтоб не ошибиться в наборе карт... Нет, золотые. Чтоб не ошибиться в наборе карт... Ну ладно, антимагии тоже. Кольцо льда по-любому, интеллект по-любому. Это все нет. Разжигатель, да. Фаербол, да. Дыхание дракона, да, потому что со скидоном будет. Глыба, два флеймстрайка. Теперь убираем самое бесполезное. Убираем ледяные копья. Берем один хекс. И... Близзард. Ну, давай попробуем. Так. Окей. Пока так. Привет, говорят, нажми удалить. Не надо удалить. Мне удалять не надо, я вручную, у меня ручной, это стримы ручные, эти ваши все, вот эти другие, которые говорят то, что, другие, которые стримеры, у них все это на автоме, я ручками даже донаты вбиваю, настолько вот я донатная. Шиф и Шайна. Ну, да, честно говоря, этот режим будет интересно попробовать всеми героями. Пока еще разок. Сыграем. Ура! Ну, кстати, здесь, по-моему, второй ход хрен знамо какое преимущество это получает по факту. Особенно если... Кто-то мне не лепрогном. Дай мне моего веспа, мразь. Или это. И это тоже. И нет, это мы пока прибережем, потому что это наша самая... Пофиксил баг с Пепой. Да, ничего не фиксил. Проснулся, смотрю, вечер, дай-ка постримлю, господи, что за дичь. Мне надо убить ее, кстати говоря. Мне надо ее убить, а убить ее как-то особо... И нечем. Ура! Запуш...
Запускаю запускашки. Ну, норм, чё. Давай так. Кто? Конечно же я. Кто? Забавный режим. Торги на бирже. Кстати, поэтому торги на бирже-то и приостановили. Ты не пройдёшь. Из-за нее у него существа слабее. А что, не фактическая стоимость? Вы уверены? Потому что если я дыхание дракона-то за... Иди... Да? Так оно все работает? Я что-то не знаю. Ну, давай себе сделаем существо за треху. Волчья... Господи. Что творю? Ладно. Так. Не фактическое, говорят. Ну, раз не фактическое, тогда дыхание дракона тоже, в принципе, нахрен не пригодилось. Хотя оно 5 стоит. Ну, блин, что-то я... Не надо, или уже... Добивал Буштана, ты чё? Не надо, стрелял на всех. Мудрость дня упала. Сходи, подними, чё ты как маленький, ну мы ж тут... Так, пока так. Сообщение на Яндекс.Деньги, кстати говоря, давай почитаем. А нет, без сообщения, просто, ну мы просто. Спасибо за донаты, за поддержку стрима. Как говорят все эти люди, в которых в Асайлум запирают, чтобы они там экстримили, собственно говоря. Вот эта карта, да. Мы должны очиститься. Вот это у тебя солнечный колодец-то, да. Убьем? Не убьем. А так убьем, да так гарантированно убьем. Там аж 5 болтах. Забавный режим. Ну, не знаю, честно говоря, как здесь Джанну побаровать. Ну, хотя у друида свайпы. У друида потяжелее заклинание, конечно. А можно полиморф? Я был бы Джак. Счастлив. К оружию! Пофигу! Подойди и послушай. Железный сэмпай, ты что? Эй! Да, я понимаю то, что ты... Почему ты хочешь бить фейс? Матюга, говорят, был. Нет, никаких матюгов. Мы здесь все целомудренно сидим стримом. Мы здесь... Играл в Арк! Нет. Все тянут кар... Ой, у меня есть... Хи-хи! Под чем, говорят? Я пью тонус актив цитрусовый микс, если это подойдет под определение под чем. Думаю, вряд ли оно подойдет, потому что это не под чем, а что. Давай. О, баланс попер. Киберспорта попер. Ну, все нормально. То ли мне фартит. Новый Бэтмен оптимизировали, говорят. Ну, под нынешнее мое железо, и все-таки объективно мое нынешнее железо в данный момент чуть-чуть повыше, чем среднестатистическое. А может быть, это... Ну, на таком железе он в 30 FPS идет нормально, иногда проседает. Так, она еще имеет наглость отбрехиваться от моих ползновений в сторону ее лица. Окей. А мне тут что-то нужно делать или просто уже фейсовать, потому что у меня там всякие... Вы не готовы! Ну, так-то мы да... А он не готов. А он может рыбачить весь день, честно говоря. Поэтому мы делаем попингухи. Я желаю, какая у меня фиолетовая попингуха. Раз так фартит, пора и аренку, говорят. Ну да. Забавный режим. Полная RNG. Хардстоун как рандомстоун. Теперь переживает новое рождение. Как тебе GTX 970 стоит брать или нет? Ну, Хардстоун, не тормози. Сложно сказать, после того, как цены выросли.
какая сейчас из видеокарт является наиболее разумным выбором. Ура! Не, пофигу. Ура, подарочки! Ну, все понятно, в общем, забавный режим. БМ до глыбы, говорят. Нет, до БМа до глыбы мы уже не завезли. Хорошо. Дейлики немного... Видеокарту разгонял? Нет, я такими делами не занимаюсь. Я хардстоуновая малышка. Хорошо, друзья, всем привет еще раз. Если по каким-то причинам вы себе в голову выстрелили ружьем, пока шла потасовка, и теперь как-то на место ее приделывались, чтобы смотреть богоподобные, боголепные арены, и только ради этого вы сюда и приходите. Хорошо. Хорошо. Смотрим, что у нас на... Ура! И планы начинают осуществляться. Планы, браток, у меня... Да. Какой кошмар. У меня тоже есть планы. Хорошо, набираем карты. Иногда беру разрушителя, но Энхэтуэй. Хорошо, берем Энхэтуэй. Стальная лебедка. Ну так, мне кольцо льда совсем не нравится. Хорошо, хрум. Растаманчик. Впервые, кстати говоря. Первый месяц подряд, подписавшись на стрим, поддержал стрим и вписал себя в историю бабам. В историю бабама. И мы включим графику арены и обнулим арену. Да обнуляем ставочки на арену. И до нуля обнулили арену. Хорошо. Мана-змей лучше, чем... Я не алчный, поэтому флеймстрайк. Говорят, правило, бери огненно-шар, пока флеймстрайк не, не подашь. Хорошо, техник-самогонщица. Топовые карты поперли. Дыхание дракона. Блин, потому что дыхание дракона так хорошо на новой потасовке, это не значит, что нужно давать мне дыхание дракона, блин, на гребаной арене. Подрывник. Ну, микробот иногда успевает наделать дел. Майнд контрол тех по-любому. Снегошлюпка. Внеземное притяжение. Вот это да. Хорошо. Для чародея по-любому нужен дров. Сайленс один возьмем. Вполне себе сайленс. Отраженная сущность заходит. Тем более у нас есть там небольшая. Две отраженки. Ну, блин, с таким... Какие дракондорами сегодня лезет? Хотя бы можно, чтобы хотя бы дракондор был бы... Был бы драконом, опять же. Привет! В этой тиши раздался спасительный привет. И True God of Death с 666. Пятый месяц подряд вписал себя в историю стримов и поддержал. И избавил меня от выбора... Спасибо большое за поддержку. Избавил меня хвост феи, блин, чешуи. Я не знаю. Не, ну две отраженки. Окей. Ну, блин, и два дыхания дракона где-то на одном уровне маразм. Хорошо, они стабильные. Чё за карты сегодня такие, блин? Проспиртованные, либо счастливые семерочки, конечно, да. Ну, хорошо. Надо Аргуса брать тогда, чё? Как бы мне не хотелось командира Арьегарда. Дракондор! Механическая мамини... Два дропов совсем нет, но, конечно же, инвентарь воды всегда берется. И глава-культистка берется, чтобы размениваться. Заводного гнома возьму для ранней агрессии. Еще один фаербол возьму, потому что какого охренезя. Огнепушка против близнюшки. Хорошо. Что-то как-то лейта нету, да? Мы будем за счет early выигрывать. Мы выиграем за счет early. Ну, все нужные магические карты пришли, флеймстрайк есть, полиморф есть, два фаербола, блин, хвост чешуи драк, окей. Я не уверен, иди потасовку престом, говорят, и с оскорбительным, нет, это не прилагательное, кстати говоря, существительное. Привет! Можно и обидеться вообще-то. Дмитрий! Тихо, чат, нет. Дмитриус. Я думаю, что Дмитриус все-таки. Дмитриус впервые подряд подписался на стрим и вписал себя в стрим.
Можно я буду говорить просто стрим стримом, мы притворимся, что я что-то... Не хочу отражёнку, хочу качественных карт. Но пока из качественных карт... Ну, сойдет. Только ты, конечно... Это, конечно... Здравствуй, путь! Приветствую! Ты не тот! У меня снегачух, ты чё? Впервые подряд. Ну а как еще скажешь-то? Ну объективно же. Мы должны очистить солнечный колодец. Солнечный колодец — это не проблема. На самом деле это трындец, какая проблема у меня уже. И у меня уже серьезные проблемсы. Особенно с моими картами. Мими. Не знаю, не знаю, что можно будет делать с этими. Время кушать. Мне не очень нравится, честно говоря, нынешняя ситуация. Жертвовать культисткой. Жертвовать православными. Этого хода тоже. Господи, все. Все! Все самое! Все самое тяжелое в руку, что ли, нынче пришло. 2000 зрителей, кстати, друзья, я не поздоровался, может потому что... быть. Потому что не за... Может? Потому что не заметил. Давай так, что делать? Ты что сделал? Ты зачем так сыграл? Я не виноват, у меня просто не было. Сообщение на Киви. Привет, хорошего тебе настроения, значит, и всем нам соответственно. Спасибо, удачи тебе, арене, не меньше 12-3. Ну, 12-3 не бывает, бывает 12-2 максимум. Спасибо, что радуешь на стриме, когда все вокруг так плохо. Good Imp пишет, Good Imp. Сынок, спасибо за теплые слова и за поддержку стрима. Я постараюсь не разочаровать, но судя по тому, что происходит на столе, лучше б я дальше сидел потасовочным бы был. Ну да. Зато, блин, заклинаний куча. Дорогу Фена, отправляйте немного сдачи с магазина. Ура! А вот вопросик к тебе подкатил. Сегодня выпал NetPagel. Как думаешь, распорители оставят с любовью из Братска? Спасибо за поддержку стрима. NetPagel раньше все играли, когда он тянул карту в начале хода. Нет, в конце хода он тянул карту. А теперь его никто не берет, потому что он тянет карту в начале хода. Короче, можешь, в принципе. Если знаешь на что, если у тебя нет сексуального ротика доктора Бума... Господи, какая мерзость. Да, если у тебя нет доктора Бума, пыли. Ура, до флеймстрайка дожили! Потасовка будет сегодня? Потасовка уже была, но мы, в принципе, я думаю, к ней вернемся после арены и потом потихонечку. Следующие 3 дня стрима, я хотел сказать, будем возвращаться. Стримов-то я не знаю, будут стримы, не будут. Но если что-нибудь будет, мы обязательно будем возвращаться к ней. Привет, передай привет Роману Жольнину. Спасибо тебе за стримы, сообщение на Яндекс.Деньги. Роман Жольнин! Ты молодец. Нет, меня просили просто пример. Просто привет просили передать. Ну что, мы, похоже, тасуем. Ну, в смысле, флеймстрайк. Меховые. У него еще и карт больше. Какая мерзость, господи. Хорошо. У кого-то показывается 700 зрителей. Нет, зрителей 2300 в данный момент. Я вижу все, у меня есть несколько ответов. Получу ли я эти ответы сейчас? Эти ответы я не получил. Будем ли мы дестабилизировать ситуацию, вываливая танк? Нет, он, скорее всего, в лицо пойдет. Окей, ура! Тупорылые ходы! Ну, блин, он не убьет его. А, еще и если... Подожди. Свой ход? Ой, нет.
Что творю? Ладно, пока вот так придется, я не знаю. Что-то как-то ситуация с древним злобоглазом немного дестабилизировалась. Кек! Глубокомысленно завещает нам сообщек. Сообщек. Сообщек — это человек сообщающий. Я немного сократил то слово. Слив их в одно. И попадает в донат дня! Это серьезно. Спасибо большое за поддержку. Ура! Я немного умер. Два фаербола. Ура, фаербол при... Или нет? Ну, похоже вообще на фаербол. Точнее, на то, что... У меня есть полиморфы. Ну да, все пришло. Почему его, а не... Подрывника? Я не знаю... всем пок! Это плохо. Ну, за счет ранней агрессии проиграл. Да прекратите набафовать штуковин! Стоит терминатора смотреть? Дома... Дома, в принципе, возможно, стоит посмотреть. Кино эти... Кстати, он... По Америке терминатор очень мало денег собирает. Он там на третьем месте после парка юрского периода, который... который уже идет что-то типа месяца паркюрского периода, и после головоломки, которая идет уже тоже там пару недель. И Терминатор в первую неделю стартовал хуже этого всего. Так что Терминатор в Америке, ну так, 50 лямов. Для супер блокбастера это достаточно скромная сумма. О чем я говорил, когда все это началось? А в России он собрал достаточно много денег, собрал 12 лямов, по сути. В России все очень любят Терминатора. Окей. Ну да, конечно, очень много заклинаний, что я не уверен. На Киви молчаливый донат. Спасибо. За поддержку стрима. Ну да. Кстати, что-то я медивовскую рубашку не помню, потому что это... Это какая-то слишком бомжарская, слишком какая-то желтая она. Окей. Я настолько был уверен, что даже ход закончил. Даже ход закончил, он даже не визжал. Никак, ни о чем я не визжал, когда заканчивал ход. То есть я сразу закончил ход, чтобы не о чем было визжать, если что-то пойдет не... Что-то пошло не так. Ну, разменчики мы здесь делать не будем. Хотя бесплатная энхэтовая с бесплатной отражёнкой. Да нет, я думаю, под... Так, монетка не выходила. Да можно, в принципе, и сейчас. Интересно. Это достаточно... Я с тобой согласен, что это интересно, потому что у нас будет достаточно сильный ход, и если что, мы можем еще и поле... Давай! В данный момент... Отличная потасовка, уж точно лучше, чем с этими тенетниками. Да, я тоже так считаю. Ура, нам сейчас какую-нибудь штуку дадут. Я не уверен, какую. Ну, потратил килл-команд на энхэтовый, пофигу. Не лучший ход, говорят, но у меня есть механическая обезьяна. А у тебя что есть, чтобы ответить достойно на мои притязания в свое лицо? Дедлишот. Хорошо. Немного карты начинают заканчиваться, но... А, нет, смотри. Ну, тогда... Тогда я целиком и полностью за то, что вы однозначно да говорить, если бы вы да... Пеппа мем для дегенератов. Блин, мне самому на самом деле бомбит от того, что Пеппа пошла в народ. Я ее начал форсить до того еще, как она, собственно говоря, я ее начал форсить еще до... Она жирная, мультик очень смешной. Ну, он такой, конечно, я даже не понимаю, зачем ее форсить. Никто же не смотрел даже наверняка мультик-то. Че, прям будем таунцы накидывать? Ну, кстати, фиг знает. Давай так посидим. В принципе, стол достаточно выглядит сильным.
Смотрел по карусельке, говорят. ВМ чекай. На ВМ сообщение. Где посты в пацанском паблике? Пацанский паблик немного умер, потому что это была единовременная шутка. Я его немного еще повоскрешал. Но спасибо за... Ну, блин, ну... Это была шуточка. Интересно. Мне нужна сталь. Шутка. Это была шутка. Как? Примерно как спускака. Конечно же, спускака это всегда. Спускака это всегда смешно, но тем не менее. Я не знаю, о чем я говорю. Я все забыл. Так, у него тоже спуск. Я с тобой согласен, что это интересно, но спуск мы убиваем. Карты будем тянуть? Окей. Последовательность немного... Ой, нет. Ты что, гад? Хорошо. Меня устраивает Газрилла, потому что... Газриллу можно немного активировать, Газриллы можно немного поиграться, Газрилла немного под таунтами еще и отсиживается. А если это еще и снайперский выстрел, сынок? А меня, в принципе, что угодно устраивает. Взрывная ловушка, пофигу. Снайперский выстрел, абсолютно наплегу. Да, сначала нужно было все это. Он это ценит. Ура! Ура! Он немного понял, что Газрилла следующим ходом будет 24 атаки иметь. И немного расстроился. Ну что поделать, расстроился человек. Ну, бывает в жизни у всех. Хардстоун эта игра, кстати, сейчас на iOS вышел. Что-то типа... Хардстоуна от авторов МТГ. Ну, по крайней мере, он какой-то там немного упрощенный МТГ. МТГ Дуэлс или что-то. Смотрел ли сериал «Вероника Марс»? Да, очень стильненький, симпатичный неонуар. Это, оказывается, называется. Когда я смотрел «Веронику Марс», я не знал, что это неонуар. Чем бы это ни было. Да, очень приличный сериал. Немного сливно закончился, потому что, в принципе, ничем. Оставить такую руку мне ок. Да, к сожалению, никакой синергии между мехами что-то как-то нет. Ой, нет. Ура, мехи! Пока так. Сообщение на Киви. Изи Пен. Когда наконец поставишь «Здравствуй, путник»? Здравствуй, путник. На саберов. Ну, я еще думаю, поэтому, возможно, спасибо за донаты, за поддержку стрима. Я еще думаю по поводу «Здравствуй, путник», но пока тебе я могу абсолютно уверенно заявить, что путник действительно... Каждый путник, который забрел в наш уютный тупичок... Тупичок. За меха, но сопли... Разыгрывать ли танка-паука? Да, в принципе, можно. Да, давай разыграем танка-паука, потом посмотрим, что будет дальше происходить на рабочем столе. А потом, возможно, и... Почему Арнольда в Терминаторе новым папсом назвали? Ну, потому что очень клевые сценаристки там писали сценарии, оживили его, чтобы он не был похож на старые фильмы по Терминатору. Да, совсем не похоже, просто, блин, нахрен то же самое... Ну не надо. Ну ладно, чё. Так-то, конечно, не очень приятно. Может быть, у тебя еще и кадоха есть? Чего интересного можно ожидать от Комик-Кона, спрашивает человек. Если про российский Комик-Кон, то ничего... Привезут очередного Мишу Коллинза, который... Ой, его же Миша Коллинз звали, я как-то первый попавшийся. Да, по-моему, все-таки Миша Коллинз. Кого могут еще привезти? От кого девочки будут сходить с ума?
Не могу никого купить. Я хочу тратить огнешар на вот это вот посмешище. Все со мной хорошо? Нет, в принципе, не все со мной. Но он будет, блин, бафаться об моего штуку, и я не успею. Эх, уходи. А? Овервелью выше крыши. Овервелью выше крыши поднялось, по-моему. Затопило нас. Таким-то валуем нас могло и затопить. Гуфеша, из-за тебя моим друзьям приходится терпеть здравствуй, путник, и напевание появления Тириона. Где смешнявки? И можешь ли ты, как Пеба, прохрюкать появление Тириона от подписчика Magic is not here? Человек интересно получает мою благодать. Прохрюкать мы... Ты попадаешь в топ дня, мой дорогой. Не, ну прохрюкать это... Я не настолько, конечно, опущен. Не настолько еще опустился, чтобы по заказам прохрюкивать что-то на стримах. Но если мне подвернется кто-нибудь достойный прохрюки... Если подвернется кто-нибудь похожий на... Да, блин, у меня карт нет! Как играть-то, господи! Кто-то достойный... С этого вот появится. Тогда хорошо. Потасовка уже была. Говорят, трейлер Варкрафта будет на Комиконе. Да, по-моему, за закрытыми дверями уже 50 раз показывали что-то там по Варкрафту. А, или просто логотипы там в тем. Ну, посмотрим. Да, кстати, Варкрафт не так уж и долго до релиза Варкрафта, поэтому уже пора бы и трейлерами пулять. Бэтмен Супермена против Супермена, по-моему, выходит позже Варкрафта, а уже давно пуляют. Или нет, или я все перепутал опять. Ой, нет, че все перепутал? Проснулся на лекции и все перепутал. Так вот, ух ты, нет, это мы оставим. Может быть. А может и не быть. Ну, Флеймстрайк меня здесь стигайк, Флеймстрайк. Яйк. Пьемсть яйк. Я умный! Я хорошо сыграл, по-моему. Посмотрим. Он имел в виду релиз самого фильма. Ну да. Ну это плохо. Хоть ты неправильно паразитируешь на поле, у меня есть, конечно же, достойный ответ. Ура, за Флеймстрайкала! Да не туда, сынок! Сюда же. Ну так, кстати, по картам дрова особо нет, нужно выигрывать прям ща! Нужно выигрывать прям... Ты чё, прогнулся и пидиво купил, говорят? Но... Мне пришлось, потому что вчера пришло послание с точными инструкциями. В инструкции было сказано: «Куби, блин, тварь медива, вот тебе 500». Я пожал плечами и пошел покупать. Надеюсь, потом можно как-нибудь там вернуть деньги, когда выйдет какая-нибудь сексуальная террористка. Чердийский голем. Ну, кстати... Как играть? Как-то... Так... Нет, неправильно, да, потому что нужно было сначала овцу, потому что кинжал угодил сюда, а потом я собирался вот сейчас делать овцу, а уже поздно делать овцу, потому что кинжал уже, блин, угодил туда. А мы, конечно же, радостно будем ковырять, блин, гребаные... Мне змей в лицо! Змей в шампанское! Это вот все, да. Чего хард-арену не юзаешь? Ну да, я такой... Сделай, пожалуйста, пи-пи-пи у типа Тимати. Чё? У нас тут... Так, он разобрался? Разобрался, но силовой танк-то, в принципе, и побеждает. Особенно, если там нету... Сифона. Если там есть, типа, Тимати. У Тимати были очень хорошие песни, когда он был на Фабрике Звезд 4. Да, я знаю, что Тимати был на Фабрике... Доминик Джокер! Ксения Кочеткова! Чё-то... Ратмир Шишков! И Тимати... Плачут небе! Интересно.
А, надо еще ход заканчивать, говорят, точно. Точно, точно. Говорят, что я очень старый. Ну, извините, я... Ты смотрел «Фабрику за шквар»? Да мне тогда, блин... Да мне тогда было лет 10. Ой, Варлок, а ты что, проиграл? Окей, две победы. Меня немного подгрузила «Фабрика звезд» и вот это вот все. Да, блин, для своего времени, для отечественного телевидения это было достаточно смотрибельно. Прикиньте, времена без интернета. Интернет, возможно, был, но достаточно слабенький. Никакого Ютуба. Никакого... Чего? Твича, чтобы по вечерам смотреть, как не пойми кто играет, не пойми во что. И типа ты вечер провел с пользой, блин. Поэтому мы сидели и смотрели «Фабрика звезд». Никто не купил скины. Один я, блин, умный такой, а? И красивый. Окей. Три тысячи, говорят. Пошли новую потасовочку, говорят. Новая потасовочка, еще пару раз мы будем играть после... После арены. После арены, а пока у нас здесь... А пока у нас здесь происходит действительно арена. Чичас. Ну, чичас это не проблема, потому что у нас, на удивление, кстати, один дропчик против Варлока заходит. Ура. Жить без интернета, говорят. Да, эволюция моего интернета была интернет по телефонным карточкам. Час сидеть. А за час много голых тетенек не просмотришь, как известно. Тем более то, что они сверху вниз появлялись. Это была недоработкой того времешнего интернета. Хорошо, убиваем. Потом был интернет... По 2,4 рубля за мегабайт был интернет. Это было достаточно дорого, но если сидеть в интернете и ничего не качать, это было терпимо. Тем более была локалка. Была локалка, в которой можно было практически все заиметь. Так, тратить ли хепе, подставлять его под вывихнутый палец? Что творим? Ладно, давай так сыграем, пока так. Да, была локалочка, откуда долго достаточно качал фильмы, и Blu-ray оттуда качал, и долго все качал. Потом была безлимитка 100 килобит за 1000 рублей. Ну это я уже на стримах рассказывал, да, то что можно было за ночь скачать 350 мегабайт Доктора Хауса какого-нибудь. Окей! Пока так. Хотелось бы, конечно, микробота выложить, но, к сожалению... DC++, говорят. Помнишь первой серии «Дома 2»? Да, помню, не помню, смотрел ли я первую. Я даже «Дом 1» помню, на удивление, когда-то был «Дом 1». «Дом 1» был совсем иная концепция, «Дом 1» был... А? Какая у вас хорошая карта для арены. Всего-то 5 хп потерял, чтобы 5-6 ублюдка сделать. Окей! Ну, кстати, так. Ну, мы его заморозим, да? О, молодец какой, все в лицо. Ну ты молодец, да. Да, собственно говоря, первый дом это был такое стандартное реалити-шоу про то, как семейные пары соревновались во всяких дебильных конкурсах, типа опусти карандашик в бутылочках и вот это вот все. Закончи последовательность. Бадминтон, домино, лето, сообщение на Киви. Парни на мопедах. Я не помню песню Словецкого, кстати говоря, оригинальную. Парни на мопедах. Тут, по-моему, Варлок немного... Но мы тут тоже не лыком шиты, у нас тут есть... Но, блин! А, еще можно летал сделать так. Только тогда на заморозку не хватит. Так, а, ну хватит, если не побинговать.
господи. Смотрел «Окна». Да, чуть-чуть смотрел. Но я тогда не мог понять всего угара, потому что, чтобы понимать... Да, Варлок, ты молодец. Чтобы понимать весь угар «Окон», мне кажется, все-таки нужно было быть постарше. То есть уже какой-то жизненный опыт как-то проецировать, понимать, что это не... Что это постановка, что... Ну, вообще, как бы... Даже сейчас, когда смотришь какой-нибудь «Пусть говорят» или вот это вот «Судич», какие-нибудь прямые эфиры после Евровидения, и там все вот эти вот сатанисты сидят и напевают «Полиночка, божья роса». Очень смешно, очень смешно. Поэтому все-таки нужно какой-то жизненный багаж, нужно жизненный иметь. Супонев топ пишет, или Супонев? Супонев. Да, Супонев. В смысле, очень клево было. Дэнди я особо не застал новая реальность, потому что... Джунгли зовут очень много смотрел. Да начнется игра. Игра. Игра это не проблема, потому что, ну, это нам все, в принципе, не нужно. Слабое звено, помнишь? Да все помню, все смотрели, блин. Ну, я, конечно, Fox Kids, да, причем до Fox Kids'а каким-то чудом телеканал... Телевизор, телеканал, причем тут... Телевизор ловил каким-то чудом... Телеканал Cartoon Network, который шел на английском языке. По тем временам в Cartoon Network я помню только Лабораторию Декстера, которую до сих пор нежно люблю, и Эд, и Эдди, который был настолько упоротым мультиком, что я... Чё? Ну давай, выложим сначала Снегочуха, потому что... Ну хотя... Возможно, и Жонглёра было больше смысла. Самурай Джек пишет. Человек нет, Самурай Джека тоже было позже. Что приказать? На Комик-Коне будет трейлер Дэдпула, ждешь? Да, трейлер Дэдпула жду, это будет интересно. Еще и потому, что все-таки посмотреть на Marvel с рейтингом 18+, все дела. Так, хорошо. Как мы будем играть? Будем ли мы все-таки жонглировать? Давай все-таки пожонглируем. У него есть монетка Consecration, у него есть монетка True Silver. Здесь, в принципе, 3000 зрителей. Жизнь с Луи. Жизнь с Луи сейчас пересматриваю очень хорошо. Вчера смотрел или позавчера смотрел серию про бейсбол. Ну, кстати, там потом и посмешнее будет. Чё, консикруха? True Silver? А, молоток просто. Молоток — это не проблема. Замораживаем паладина, по темпу, в принципе, как-то мы вообще достаточно сильно выиграли, что-то я этого, 3000 зрителей, друзья, я не помню, поздоровался ли я или нет, не поздоровался ли я, или поздоровался ли я, Янон по улице Сезам. А, да, улица Сезам, это тоже было очень и очень мило. Ну, как-то он так себе играет, честно говоря. Нет, я не хочу вообще. Не хочу я идти на 4 хипе. Поэтому играем все-таки так. Нормальные такие два существа под таунты, которые, в принципе, практически совсем три круга пишут, да. Да, три круга, это прикольно. Смотрел True Detective. А, смотришь True Detective. Да какой True Detective, когда можно жизнь с Луи смотреть, Луи? Мальчик мой, подойди. Господи. Вот это одно из немногих шоу, к которому у меня нет претензий к переводу, хотя они там всякие чизкейки заменяют на ватрушки. Но, блин, это настолько лампово и клёво. Так. Секрет. Какие секреты меня здесь достаточно расстраивают? Снижение хипе до единицы. Ну, ложись, конечно, расстраивает, да. Но, блин. Интересно. Я щит Аргуса. Хватит меня. Ложись. Ну. Ложись. Ну и уходи. Ладно, так, посидим, в принципе. Как будешь праздновать 30-летие? Да, 30-летие уже не за горами, поэтому уже начинаю откладывать деньги на... Что нужно 30-летнему вообще для счастья? Общество диктует необходимость наличия автомобиля. Да, то есть нужно заготавливать соленья и ехать на поле чудес, видимо, потому что... Автомобиль!
Ты говоришь в лицо все? Да давай разменяемся. Чё, у нас вечер ностальгии, пишет человек. Да. Какой автомобиль хочешь? Да никакой автомобиль не хочу, блин. Как, кому нахрен? Кому нахрен нужен автомобиль? Особенно в городах не миллионеров. А с другой стороны, в городах миллионеров-то там уже... Точнее, нет, Москва это уже не город миллионер. Москва это отдельно существующая биолокация с собственной системой жизнеобеспечения. Какой хрен в Москве автомобиль, когда там невозможно передвигаться? На автомобиле же. Окей, это убиваем. Это ничего не делаем. Ну, давай двух существ, чтобы продолжать. Продолжать наращивать преимущества нужно. Нужно продолжать делать штуки. Зачем менялся, спрашивает. Потому что... Тихо! Каким Power Ranger'ом хотел стать? Ну, тем самым, который потом начал... А нет, он гейпор. Не-не-не-не-не. Кстати, я не помню, какой начал сниматься, но по-моему... Ну, вообще, если про Power Rangers, каким Power Rangers'ом, то, конечно же, все нормальные дети хотели стать белым Power Rangers'ом, который был типа Сокол или кто он там был. Да, и там азиатка была желтым Power Rangers'ом, а негр был черным Power Rangers'ом. Так что все нормально. Что приказание? Я на страже. Вот это вот у вас там баблы мощные такие прям. Окей. Я не знаю, отстань. Спасибо, спасибо. Мы на это и рассчитывали, да. Спасибо. Как относишься к серии игр Total War и вообще к жанру стратегии? Хорошо отношусь, но когда сажусь играть, не играю, потом, блин, быстро надоедает, потому что усидчивости. Ни разу даже ни одну кампанию не прошел, и чего с ней не хватает. Больше всего наиграл в первый Шогун. Первый Шогун же самым первым Total War и был, насколько я помню. Вот в него больше всего и наиграл. Господи, какие там были богоподобные заставочки, когда какая-нибудь ниндзя пробиралась там в страну невидимого хребта. Так, ладно, мы рашем летал. Раскладуха примерно такая. Раскладуха, чё? Как Бэтмен вообще может драться против Супермена, если его может размазать одним мизинцем? Но это дисбаланс вселенной DC, который всегда был и всегда будет. Ну, по-хорошему, да, даже если Бэтмен надел супер броню, у него, блин, рот всегда открыт. Просто берешь ему челюсть, вырываешь, и Бэтмен без челюсти, думаю, будет себя чувствовать немного. Да, ты думаешь, что ты победил? Только потому, что у тебя ложись. Ну, ты, конечно, дурак. Иди. Кто следующий? А, не хватает уже. Сиди. Шиноби-то бьют из Винвиза-то! Ура. Криптонит, говорят. Ну да, у Бэтмена криптонит. Да, по комиксам Бэтмен разрабатывал планы на сдерживание Супермена. Объяснят, господи, куда денутся. Лекс Лютер пожертвовал свои волосы. Бэтмен из них сплел индийский защитный символ, который не пропускает Супермена. Вот это вот все, конечно же, будет. Иди! Иди! Куда иди-то? Рексара-то по-любому. Рексара-то по-любому Ментал Тех. Почему у меня подписчиков банят, я не понимаю. Мубот, я же все подключал. У Лекса Лютера не было волос, но в этом фильме будет, если кто-то не видел. Я даже сейчас, даже не поленюсь промотать здесь вниз, нет, надо вообще карты. А, дело сделано, тем более, хорошо, даже раз уже начал.
Как бы, если вы не знали, если вы не следите за новостями в жанре современной поп-культуры, то хочу вам представить, леди и джентльмены, если компьютер когда-нибудь обновится. Леди и джентльмены, с радостью представляю вам Лекса Лютера, только почему-то не по центру. По центру. Дамы и господа, Лекс Лютер. О, да нет, поэтому пингуем. Ну, причем это уже кадр из фильма «Бэтмен против Супермена», так что он там тоже будет с волосами. Ну, для арены это сильный Миша. У меня тут бред всякий. Окей. Пока так. Спойлер, говорят. Ну, не такой уж это и спойлер. Блин, жду фильма, конечно. Мне «Человек из стали» понравился. Многим как бы не ок, а мне... Конечно, я чувствую, если его сейчас пересмотреть, оно уже похоже будет выглядеть, потому что, господи, Бэтмены, супергерои-то надоели! Подписчики все равно отправляют сообщение раз в 30 секунд, вопреки написанному под стриму, и ты помнишь песенку Луи, где он просил прощения у Джинни. Кстати, песенку не особо помню, но как услышу, сразу вспомню. Не может быть, что подписчики раз в 30 секунд, потому что слово мод стоит на 10 секунд. Так что я не знаю. Но мы тебя запишем. Спасибо за поддержку стрима. Я чувствую, там все плохо, да? Кабан. Понятно. Два питомца. Два питомца, удачи мне. И у меня варианты. Отсидка за этим абсолютно ничего не дает. Хрустогрыз, с которым он не будет. Ладно, давай все-таки хрустогрыз, а потом уже будем. А потом будем всякую синергию делать. Усмири мубота. Я полез разбираться с мубота, но я не знаю, с чем связаны. Может быть, у него свои какие-то. У него свое какое-то недомогание. Мы должны очистить солнечный колодец. А, подписчики не могут писать одно и то же сообщение подряд. Ну, блин, а нахрена им писать? Одно и то же сообщение подряд, это же как-то... Я проигрываю! Бум-бум. Бум-бум и... Стражник Магушан. Либо бум-бум, и я тяну карту, но при этом у него 9 урона. Может быть. 9 урона и kill command. Я умираю, поэтому все-таки да. Пандария. Поэтому Пандария. Большой секрет для маленькой, для маленькой такой Пандарии, для скромной такой Пандарии. Не секрет, что Пандарены их пьют. Да, что-то я у фейсханта немного проигрываю. То есть это прям фейсхант, фейсхант. Ну, мы отбрехались чуть-чуть. У меня все плохо с таунтами, насколько я помню. Это 5 урона. Ну, kill command, я уже умираю, собственно, да. Собственно говоря, я что-то как-то погрустнело. Так, я вроде тут... Так, что мы имеем? Мы имеем три хэппи. Три хэппи, блин, это... Один ход. Привет. Подписчик меня немного из пучины. Тем более, что это укупник, и укупник 42. Это не шутки. Первый месяц подряд подписывается на стримы. Спасибо большое за подписку и за поддержку. Но у нас хила в колоде нет. Секретов, которые... понятно. Да. Мы немного
Мы немного. И на этой радостной ноте я, пожалуй, отбегу в фарфоровую комнату на важную бизнес-встречу. Поэтому запустим небольшую рекламу, друзья. Никуда не расходитесь, будем дальше играть арену и облизывать окопника. Не разбегайтесь. Я тут, спокойно. Все? Разбежались? Нет, не разбежались. Так, продолжаем. 4-2. Ну, хотелось бы, конечно, побольше побед, потому что это наш... Это, кстати говоря, наш первый медив. Наш первый медив на аренах, поэтому... Как трактор назад? Как машину поведёк и... Как машина, как лодка назад, так она и по... Как медива по... X-Taras-X, синергия месяца, в топ пишет. Тарас поддержал стрим, вылез в топ, раскидав Ой, нет. Спасибо большое за донаты, за поддержку стрима. Поезд говорит. И куда ты там? Счастливого пути. Спасибо. И всем, кто сегодня подписывался и донатил, тоже спасибо. Так вот, что мы имеем? Мы имеем ранние дропы. Чмок, говорят. Ну, чмок! Хорошо. Ну, против мага, конечно. Ну, против мага-то тут что-то как-то... Ну, не, нормально. Ему нужно будет второй ход тратить на Папингухен. Папингухен, это минус 500 человек, говорят. Ну, блин, 500 человек. Не могут пописать уже нельзя. Полминуты. Обидно. Можно было бы как-нибудь и подождать бы. Тут нормальных ходов не завезли, поэтому танка-пауки, а потом следующим ходом, видимо, отражёнки. Смотрел самый первый фильм про Бэтмена. Ну, если это тот, который... Если это тот, который совсем классический. Если бёртоновский имеется в виду, то да. Мне, кстати, бёртоновские и Бэтмены не очень нравятся. Сообщение на Киви. Какой, по твоему мнению, самый лучший фильм 2015 года? Фильмы про супергероев не называть. Так, подожди, у нас тут проблема. Кингсман. Мэд Макс. И что-то еще. Я уже забыл. Окей, раздвоенные черви. Раздвоенные черви меня не слишком-то и пугают. Играем так. Пока так. Можешь ли рассказать, живешь ли ты в пределах Тулы или за городом? Конечно же, за городом я живу, потому что Владивосток немного за пределами города. Как тебе такое? Тула! Какая Тула? Я чё тебе... Ну, окей. Делал ты штуку. Так, что мы здесь будем делать? Мы будем прям лицо-лицо? Нет, нам просто так сделать. Всё. Хорошо, давай жонглёра. Мы с вами посидим. А 2 хп, в принципе, это не 2 хп.
По 2 хп это не 2 хп. По 2 хп имелось в виду, это не настолько страшно, потому что хованский пес! Сообщение на вебмане. С гордостью прочитал я. Спасибо за донат и за важную донесенную информацию. Окей. Никак не могу я это комментировать, потому что... Элементаль 3.6. Ну, скоро Flame Strike, конечно, но, в принципе... Ладно, посмотрим, что там и как будет. Сейчас, возможно, как-нибудь разменяемся перед флеймстрайком. Нужно как-то будет элементали немного... Немного элементали немного причесать. Немного элементали, возможно, привести в порядок. Нужно. Зачем тратить 500 рублей завтраков на нового героя? Ну, потому что у меня здесь стримерский, потому что шорты у меня, потому что я стримерская мартышечка, и мне нужно как-то развлекать достопочтенную публику. И развлекать достопочтенную публику, это в том числе и играть, блин, за человека с синим фаерболом, который красный, привет, но на привет, самом деле-то привет. Он синий. А вот потом замечательные люди, такие как... Эхо ДНБ, Эхо Drum and Bass, в первый месяц подряд подписываются на мои стримы. Но у меня нет нормального хода. Но там Flame Strike, поэтому... Да. А возможно, стоило и подрывника. Что-то как-то то слабенько сидим. И подписчика. Спасибо большое за подписку и за поддержку стримов, уважаемый Эхо ДНБ. Может быть, это не Drum and Bass, может быть, это... Тебе понравится мой новый рецепт. Ну ты чего? Хотя... Еще секрет. Ты, блин, там не надо мне раздвоять! Ну, раздвоит. У меня зато будет... Фак! А я повелся! А я помбился. Интересно. А ну, я повелся. Ну это, блин, отражёнка. Хочешь что-нибудь взорвать? Ну да. Ладно, пока так посидим. Чё-то я как-то... Ладно, посмотрим, что будем дальше с этим делать совсем. Небольшие проблемсы. Проблемсы это почему-то... Почему-то я захотел сказать про тропики. Ой. Сколько максимально месяцев подряд на тебя подписано, спрашивает человек. Помнишь ли поименно самых олдовых сабскрайберов? Максимально на меня подписаны 7 месяцев подряд. Конечно же, помню. Божество, Святой Дух, Отец, Сын, Небесная Сущность, Сингулярность, Кристофер Нолан, Улыбка МакКонахи. Все лучшие. Все лучшее, на что человечество способно. Все они на меня подписаны. Окей. Будем по темпу в лицо бить. Значит, не помнит, говорит. Да помню. Ну, я, кстати говоря, я как бы вижу сначала ник у себя на штуке, не вижу сколько... Я вспоминаю, когда вижу. Ну, блин, у меня на имена ужасная память. Я даже если человека вживую-то видел... Для меня адскими муками будет вспомнить, как его зовут. Ледяное копье это проблемс. Немного. Окей. Вот чешуи дракона. Окей. Флеймстрайк. Ну, кстати, не чистит стол флеймстрайк, поэтому у него еще и немного проблем. Поменяй сумму. Да правильная сумма написана.
Второй StarCraft проходил, если да, ждешь ли новую часть с Протосом. Кстати, до конца сердце Сворма, сердце Роя до конца что-то как-то не прошел. Хотя Liberty мне очень нравился. Крылья Liberty, как у нас это перевели? Так, Крылья Liberty, господи. Привет, Крылья Свободы! Привет. Подписчик подписывался на стрим! Вот как у нас это перевели. Шимуто! Шимуто. Шимуто, по-моему, да? Первый месяц подряд, впервые подрядился под подрядчика. Спасибо большое за подписку в приписку. Так, ну ты, конечно, бабульнул. Бабульнул-то как господь! Тут что-то летал, но надо что-то как-то правильно играть. Вот так, что ли? Да? Ну ладно. Да так. Говорят, летал. Говорят, летал, и поэтому я летал. Спасибо большое за подписку, чувак. Я не совсем припоминаю, поблагодарил ли я человека, либо не поблагодарил ли я человека. Мне кажется, поблагодарил, потому что из меня благодарность так и сквозит. Уже весь стул в благодарностью залило. Нужно бы новый... Надо этим написать, который DX Racer. У них там типа от 200 тысяч подписчиков. На обзор кресла присутствует. Я им покажу на обзор кресла. Ой, кошмар. Excuse 23, сообщение на вебмане. Нет, на Киви. Йо, а почему ты стал гуфовики? Ну, потому что как-то что-то прочитали там на стримах и... На стримах, по-моему, кто-то как-то прочитал, и я решил так писать. Кажется, было так. Нет, не сюда это пишется. Да начнется игра! Чё? У него к каждому этому свои реплики. Что? Почему фаербол не фиолетовый? Чтобы новых игроков не смущать, чтобы новые игроки чувствовали себя комфортно в игре, потому что Blizzard всегда был про комфорт. Конечно. Как тебе финал 6-го сезона Adventure Time? Подзабил на Adventure Time, потому что 5-й сезон был совсем сливной. Ну, блин, конечно же, хочется микробота на первом ходике, потому что мало у паладина... Мало у паладинов вариантов избавления от ранней агрессии такой. Посмотрим. Тем более у меня там всякие огненные пушки, возможно, придут. Так что мы, возможно, мы сможем отбрехаться и раскидать. Возможно, сможем раскидать паладина по полю боя. Особенно, если там будут такие, низкокачественные монетки. В смысле, ну, детишки. Ну вот сейчас, например, уже на 4. За орден абсолютно на тебя! Кому какое вообще дело? У нас тут парниша уже, блин, накидал на 8 урона. За орден! Синька, говорят, против меня. Синька, это хорошо. Синьку. Я, кстати, даже Синькой, наверное, весел какой-то называют. Или какой-то самодельный. Я совсем-совсем нубик. Нубик в алкоголях, поэтому... Алкоголи, да. Слове алкоголь при множественном числе, естественно. Естественно, ударение ставится на алкоголи. Либо алкоголи. Либо гори-гори. Да, алкоголь, собственно, проверочное слово гори, потому что алкоголь сошлось! Окей. А может быть, стоило механозода-то и в лицо пнуть? Как-то я даже не знаю. Зацени игру в Steam Door Kickers. Подарить для Steam'а. Ну, кстати, говорят, она хорошая. Я что-то даже не знаю. Это ж надо в игру на стриме играть. Я к такому уже отвык. Отвык я от такого. Окей. Так. Что мы имеем? Мы имеем существо с 4 единицами атаки. В принципе, нас это устраивает, интересно. Потому что мы делаем вот так. Мы делаем вот так, и в принципе нас это устраивает. Тебе попадались боты в Хардстоуне, спрашивает человек. Сильно не замечал, я тогда еще все-таки играл так. Я вообще, да, обычно. Если я обычно играю в Хардстоун не на стримах, то это что-то типа на телевизоре, валяясь на диване, либо на планшете, валяясь на диване.
слушая какой-нибудь подкаст, либо занимаясь какими-то еще крайне архиполезными, я бы даже сказал, архиполезными делами. Варианты. Мой майнд-контрол можно будет откатить, если что. Жонглёр. А мне говорят, блин, картавишь. Да, завидуй мне. Положи это яблоко себе на... Включаю ментальный дислокатор Т-130. Ну ты говоришь, дурак. Не понял, а еще одного? Тебе что, двоих привалило, алло? Ну да, тогда, блин, откатываем. Пациента. Копателя? Ну так. Еще и на обди... Ну конечно. Пять ман это дорого, блин. Ну под червя заходит 5 ман, окей. Что-то похожее на карту. Верни гуф винтаж. Блин, винтаж. Поставлю фотку бабы из винтаж вместо смайлика. Допросишься? Ой, какие с ней клипы есть. Она там такое делает. Полиморф в колоде был, насколько я помню. Один полиморф, пожалуйста. Что-то у меня, кстати, сегодня с топ-деками-то и не топ-дечит. Так, варианты. Сайленс. Пинг, корыто и дракон. Да я, блин, хм, сам могу делать. 500 рублей тебе за хмшель платил, алё. Сайленс. Пинг или голем? Ну да, наверное, всё-таки голем. Нафига здесь сайленс? Ну так. Сейчас как Терёж это зайдет. Все, допил я сачок. Да прекратите доставать божественные щиты! Ну, Даздингу-то мы убьем. А можно Flame Strike? Я был бы так счастлив. Пушка. Ну да, наверное, будет пушка. Сейчас посмотрим, что там нынче. Ну, блин, спасибо. Сойдет. Кстати говоря, лучший вариант. Выкладывать ли здесь беса? Критично ли мне здесь трихи? Ну, он как бы, скорее всего, бум-бум. Если консекраха, то совсем... Давай! За короля! За короля. Опять... Простите, я ничего не могу с... Он бы... Надо Flame Strike. Надо прям... Ой-ой-ой! А-тя-тя! Ну, кстати, тоже сойдет. Так, убиваем сначала это, чтобы больше шансов убить тень. Ну ты такой, да... Бес стоит одну ману, ты его поставил за две маны. Ну я такой, магия, да! Магия. Магия нас здесь особо-то мы и не собирались. Можно, блин, один Flame Strike за счет студийного привод. Жду приказаний. Культистка. Я даже бабл сбить не могу, что все плохо-то, а? Гиену? Так, варианты. Пингую сюда, бью сюда, он сюда. Если у меня стоит гиена. Может быть.
Ну да. Да, все плохо. Хоть бы раз секрет разыграл, пишет человек. Ну, я сейчас здесь проигрываю, поэтому секрет. Ну, поймел бы я 2-4, это было бы не самое... Я вокруг флеймстрайка танцую, собственно говоря. Всего... Что, в лицо пойдет? Ну, хотелось бы, конечно, наказать бомжа за такую жадность. За такую жадность бомжа, конечно же, хотелось бы наказать. 9-15... Ой... Нет. Все, никак уже, никак уже, никак. Нет, что я паникую-то, 10 хп я могу еще стол разменять. Фак! Летал, говорят, да какой летал, успокойтесь. Вы чё? Блефу типа айсблок. Ну да, я такой блефон. Я готов, сэр. 4-4. Ну так устраивает. Жду приказаний. А можно флеймстрайк? Спасибо! Тратить бол? Да блин, такой-то бол. Может не тратить? Так. 4 урона от Трусильвера, не умираю. Ну но, блин. Так-то ни от чего не умираю. От единичного урона. Окей. Не трать, все пишут. Да не стал уже тратить. В лицо, говорят. Ну, в лицо-то да, я могу. Слушай, а как, чё я так разменялся-то можно было? Ну да, вот он, фаербол, который, в принципе... Что приказ... Можно флеймстрайк? Я был бы так счастлив. Хотя он мне здесь уже что-то как-то и... Да какая отражёнка, сынок? Я, блин, не могу всех детёнышей! Куда мне столько детей? Да я того же мнения. Хоть, блин, стал бы, блин, бы. Ну да, если похиляет. У меня, кстати, волшебные болты есть. Ой, как против детей хорошо заходят волшебные болты. Ты бы знала, если прокать на детей волшебные болты, то лайк, не прокать, репост. Окей. Прими мои искренние извинения. Чё-то как-то проиграл. Неплохо. Тихо там, сиди. А, уже всё. Мог просто заморозить. Мог. Ладно, 5-3. Да, блин, проваливайте со своими банками. Голды мне дай, 5 побед, алё. Ну ладно, хватило. Какие пыль мне, какая пыль. Ну хотя, с другой стороны, скоро новый этот ивент. Что-нибудь будет падать, кроме... Редкой! Какая мерзость, господи! Пошли еще раз потасуем. Куда тут тыкать, чтобы удалить? Я не вижу... Так, уда... Ты гля, действительно. Давай попробуем потасовать... Хантера?
Ну да, притвориться мертвым — удача. Килл-команд не очень, питомец норм, один спуск, два залпа, два выстрела кобры, два разрывных, и все, заклинание. Понятно, Хантер, как у тебя... Какие у тебя тут заклинания-то, Хантер? Давай, два спуска, чё? Ну тогда и... Придется и два килл-команда брать, потому что за три маны. Чё-то как-то у Хантера заклинаний немного не хватает. Так, а с таким количеством секретов мы возьмем. Таким количеством секретов мы возьмем лучок. Что творю? Мне интересно за все классы попробовать, честно говоря. Потому что ивент интересный. Или лук. Нет. Хорошо. Что за новая потасовка, спрашивает человек. Новая потасовка выглядит как: за каждое разыгранное вами заклинание вы наделяетесь существом такой же стоимости. Достаточно потешная потасовка. А чего ты одни заклинания берешь? Потому что за каждое разыгранное вами заклинание... Просто мага берешь и все заклинания его, пишет человек. Я так сыграл уже в начале стрима. Да, за мага получается очень сильная колода. Окей. Друид заезжает очень хорошо, пишет человек. Наверняка друид заезжает великолепно. Лирия. Арену убери, пишет человек. Да сейчас будем. Ну, конечно. Конечно, мах! Мах здесь просто богополепен. Ура! Нас скорострелили! И скользко! Ну, со скользко-то можно. Со скользко-то можно. Лучше сделать жреца, не контрица, пишет человек. Кстати, интересно, что там у жреца такое, не контрица. Здравствуй, путник. Ха-ха! Ну так, ха-ха. Норм. Вполне себе выглядит как норм. Приз там правит mind control. Ну да, mind control. Да, блин, ты чё? Да! Проваливай. Прекратите, фростболтите. Какая мерзость, господи. Время пришло. Я как задать лишочу, чтоб... Все тут, все попадают. Время пришло. Ну да, спасибо. Чё, пеп меньше, говорят, пеп меньше. Ну да, Хантер, конечно, все понятно. С Хантером, особенно с дровом. То есть, как бы, заклинание это тратим, а вот дрова... Но здесь зато такое валуй... А, нет, не могу... Эту карту. Нет, я говорю, под виспа пишут. Тихо, там сидим на галерке, смотрим, как я тут, блин, сейчас как сделаю за 5 ман. Это скользко. Ага, тихо. Здравствуй, путник. Видал? Да какой 2-5, ты чё? Ладно, сейчас еще спуск будет. Как же тебе не везет, пишет человек. Но у меня...
Но у меня, мне везло, когда я играл за мага. За мага все было очень хорошо. Гораздо лучше было за мага, чем у нас сейчас. Ну, пушка это проблем. Да ты чё? Хотя можно убить. Я как перенаправлю тебя в рожу? И у тебя будут проблемсы. Какая-то дичь. А, давай-ка мы все это шоблы. Хотя нет, это мах. Мах и у маха. Насколько мне помнится, у маха. Нет, как раз, потому что это мах, и у него флеймстрайк. Нам нужно максимально попытаться его убить. И максимально нужно всеми возможностями. И возможностями зафейсовать в лицо. Какие размены? Ты чё? Плохо сыграно. А где мой бес? Ты чё? Ой, нет. Ха-ха-ха! Броня на заказ. Ой. Здравствуй, путник. Да, думаешь, мне дело есть. Да давай-ка себе в лицо-ка накинь. А, терпеливым ассасином? Тогда давай-ка в элементалика себе накинь-ка. А, герои. Тихо. Так, ну, это антимагия, скорее всего. Объективно-то так. Во, ну-ка давай-ка в лицо-ка. Не-не-не. Да какого ты ему зверя даешь, ты чего? Давай передохнем. А нет. У нас много секретов. Глыба, шоль. Ну, глыба, кстати, это проблемс. Животных нет, пишет человек. Есть животные, есть питомец, есть собачки. Это все животные в данной колоде. Да ты чего? Ты гном-риган, ты гном-риган, а мы один хипе, да как будешь? Андрей, есть опять. Но! Кстати, на удивление, выиграли. Выиграли у мага. Еще ни разу, на удивление, не проиграли. Кто у нас следующий по очереди? Воин! Но, блин! Нет, конечно. Улучшение брать? Это вообще заклинание хоть? Чё? Это заклинание? Окей. Ну, кстати, возмездие норм. Рывок, да, удачи. А, и все, и заклинание на этом. Окей. Ноль это совсем плохо. Одну казнь возьму. Ну, буйство, возможно, зайдут. Но это слишком дешевые, конечно. Слишком дешевые, поэтому... Не думаю, что воин. Тем более без каких-то вспомогательных. Воин без каких-то вспомогательных методов ведения борьбы может здесь справиться. Окей. Ну давай разок попробуем. Конечно, насчет воина. Потасовка в потасовке пишут. Заказ мадам. Это очень смешно. Ментального техника, говорят, кинь. Да, ментальная техника — это хороший секрет. Оружие — это магия, оружие — это не магия. Ма,
Да посмотрим, что у нас из магии получится. Утер! Заказ мода! Заказ мода. Не бери Латхиба, пишут. Ой, не. Да, кстати, Латхиб-то... А я его взял, я его не выложил. Да, Латхиб, это неправильно. Окей. Не, ну а паладин-то чем будет играть? Паладин-то как собирается? Нефарина, говорят, взял бы. Да, Нефарина, это норм. Паладин заносит. Это чё за грязь такая? Ты чё? Да, я уже проиграл, да. Ясно. Угу. Это что, спятил, что ли? Тихо там сидим. Да какие бафы еще и... Ладно, этого забафал, черт с тобой. Ну, блин. Моношторма, говорят, брать. Почему донатный герой не тащит, спрашивают? Донатный герой не тащит, потому что у воина для этого режима, конечно, небольшие проблемы с картами. Ну, потом у нас будет бюджетный флеймстрайк. Окей. Он меня фейсовать будет? Ну да, выглядит как... Выглядит как полноформатное фейсование. Фейсование. Это слово из двух... Приказаний. Нет, это два слова, это не слово, из двух слов. Это... Ну да, я могу две карты потянуть, а толку? А толку то, что мне нужны карты. Да. Где? Ну так-то да. Ладно, потратим. Когда легенды уйдут с 15 ранга, спрашивает человек. Да, на самом деле, никогда. Будут частенько. Будут частенько встречаться и дальше по ходу пьесы тебя. Мистер Кусак, это не проблема. 2-4, это полная фигня. Так. А какой хрен я мужичков-то взял у меня? А, нет, там есть пара активаторов. Ну, да нет, даже, ну... Окей. Пока так. Не надо. Сынок! Ты чё? Заряжен и готов к бою. Да какие-то бомжи выбивают зубы на хате. Даже не убить. Да, было бы 5 маны. Кстати, норм. Огонь! Чё-то как до паладина уже там перебор. Передоз картами. Горчичка в бой — это не проблема. Что приказать? Ну, так относительно вообще. Приготовься сразиться с могучим. Давай, давай, набафовай, набафовай, тварь, набафовай! Думаешь, победил? Ты думаешь, справился со мной? Как тебе такое? А он тоже в потасовке? Нет, 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 потом! Вернись, кузнец!
неплохо сыграно. Ой, нет. Ну это вообще дисбаланс, конечно, жуткий. Не убивайся! В лицо это норма. Не убивать. Да какая печалька? Да какая курятина, ты чё? Так, 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 так. Тут что-то надо делать, что-то надо делать. Маны не хватает. А пофигу, я им жертвую. Солнышко, прости! Слушай, офигенно, лучшая потасовка на данный момент. Как же ему везет, господи, ему лучшая карта за 4 выпала. Нет, за 2. Две лучшие карты за 2 выпало, блин, гребаная. Ну-ка, давай-ка поменьше. Ясно. Как же ему везет! На, тварь! У нас тут свои приколы без вашей кока-колы. Видал грязь, тварь! Тихо-тихо-тихо! Давай, сейчас покажем, блин, грязь. Неплохо сыграно. Сейчас мы тебе сделаем. Там какие-то уже дичь какая-то пошла. Ну, блин, окей. Только без второй консекрахи. Броня на заказ. Какие брони? Еще и хилится, тварь. Еще и тотемится, тварь. Так. Что происходит? Миракл, блин, Миракл воин. Это было мощно. Фу. Ты называешь это оружие? Это плохо. Ну, он тоже в разнемчике идет. Да я бы на его месте уже в лицо выкрутил. Ну да нет, 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 нет. Жду приказаний. Ну окей. Да, что-то мой миракл. У меня, блин, карты заканчиваются. Давай, полезай туда и покажи класс. Не убить ничем. Включаю ментальный дислокатор Т-130. Ну трог-то да. Господи, что творится? Надо какую-нибудь такую карту в игру, чтобы за заклинание призывала. Легендарочка такая, мне кажется, зайдет. Тральдения будет много. Так, ты, похоже, у нас улетишь. Ну, я проигрываю, походу. Черепах хиляет. Ну да, совсем там уже садом устраивает. Мы должны очистить солнечный колодец. Что приказали? Так, у меня еще один дракон остался. А то у меня усиленный вихрь бы крайне не помешал бы. Не повредил бы усиленный бы вихрь. Но что-то, по-моему, это не он. Ты не пройдёшь. Эм...
Ну так-то два фаербола, конечно, но блин. Пандария. Да какая Пандария, ты чё? Подойди и послушай. Ну, кстати, отбрехал. Фу! Обрехался, карт маловато. А что там еще у паладина из заклинаний? У него, блин, еще возложение рук, которое тут нахрен не пригодилось. Хотя... Фатига слишком быстро. Но у него 30 хп. А, еще и это. Ну да. Ну да. Толку-то, то, что мое здоровье не может опуститься ниже одного хэппи. Ой-ой-ой. Ну, что-то как-то выглядит как проигрыш. Баф на 5-5, баф на 5-5, баф на 5-5. Тварь! Я проиграл. Я проиграл. Неплохо сыграно. Если бы все улетело вместе с 1-1, забафнув там обратно в руку, было бы лучше. Очиститесь от него! А-а-а! Ну да! Под контролем Драгондоров. Я проиграл. Я проиграл. Выглядит как мимиш проигрыш. Вы берете карту, да, Тол? Ну давай возьмем последнюю карту, чё. И нашей последней картой будет буйство. Ну да. Good luck for me. Ну толку-то. У него кончились карты? Ну так, в общем, мне кажется, могло быть и хуже. Бой нам. А, он просто заклинание разбазаривает. Понял, чё? Да прекрати! Тогда уж паладин брал бы сюда к равенству. Хотя нет. Так, ну он мою худшую цель, собственно говоря, убил. Но я-то теперь даже буста не могу прожить. Он чё, стрим-снайпер? Да, он тут не выиграет. Давай посмотрим просто, чё у него там. Видно. Но у него еще одно возложение рук по-любому, потому что возложение рук на этой колоде... В этом режиме крайне великолепно заходит, крайне потрясающе. Да, паладин, паладин здесь неплох. Я проиграл. Рога с Голливиксом, говорят, у меня нет Голливикса, поэтому... Ничего нет, ни Голливикса нет. Хорошо, пробуем следующего пациента. Следующим нашим пациентом будет шаман. Силы тотемов нет, Silence, да, камнедробов, да. Молния 2, раздвоенная, да. Возможно, даже лава-шок, потому что у нас куча перегрузки. Разряд. Гроза, лава. Дальнее зрение. Это все тоже. Зов предков. Бладласт. Да, на зов предков, блин, я Малигоса хочу положить на зов предков, конечно. Ну давай попробуем, конечно, взять Таурисона.
взять Малигоса. Нефариана, а Малигоса возьму. Да, что-то за три маны дофига всего, конечно. Ладно, Лакира еще возьму. Давай попробуем, что. Зачем Таурисана? Чтобы понижать. Такой колодой даже в констракты не играли. Таурисан, Малигос через зов предков и убийство за один ход. Вот такая через Малигоса и вот это вот. И вот этих вот всех подружаний. Привет, Гуф, сообщение на Киви. Как относишься к Анне Софии Роб? Вот тебе полтинник, покушай, тебе что-нибудь купи. Анна София, ну она типа ее там на имиджбордах. Орсили. Мост терабить очень прикольный. Она очень волосатая, можно погуглить ее фотки. Она прям у нее все щеки. Какая же она волосатая, господи. Рау и Джайна. Джайна. А, не проблема. Стоило напрашиваться. За молот Рока. Окей. У тебя заклинания дешевле будут, говорит человек. Да. Это я что-то не подумал. Да, мне все равно не пройдет, господи, мы один раз играем. Да, я еще к этому не привык, потому что ни разу с этим не столкнулся. Разок столкнешься, уже потом будешь... Эх! Привет, тезка, у меня сегодня день рождения, и пока я шел на кухню за тортиком, я ударился пальцем в угол дивана и сломал его. Написал человек, у меня планшет отключился. Разряженный, будем дочитывать так. Света. Будем дочитывать так. С днем рождения. Пропиши мне немного лечебных стримов. Собственно говоря, лечебный стрим уже идет. Да, ну конечно, Таурисан. Император тракторист нам здесь не зайдет. Стыдненько, стыдненько, стыдненько. Ну, смущает перегрузка, конечно, шаманская. Кто здесь. Хотел увидеть вуду? Хотель? Прям хотель! Я благодарю тебя. Хотель, какая прелесть. Как же образовательный стрим. Да у нас, собственно говоря, образовательные стримы вот в том, что не бери Таурисана на арену, а то что-то как-то ой-ой-ой. Почему Пепа выглядит как маленькая Пипа с Хрюнделем, спрашивает человек на вебмане. Потом я не знаю, что Пипа с Хрюнделем, что? Хрюндель из Масяни? Так, Форсайт мы не можем прожать. Узри свет. Да так кто узрел, конечно. Окей. Так-то, конечно, немного и узрел. Что мы здесь имеем? Что мы имеем? Мы имеем следующие ходы. У нас будет четвертый. Ой, нет. Это, мне кажется, шаман тоже здесь не особо заходит из-за перегрузок именно. Лучше куча дешевых заклинаний, которые можно прожать, чем кемпери. Ну или, может быть, просто по ранней игре. Сейчас посмотрим. С другой стороны, тот же дух дикого дикаря. У него за спиной пернобот. Точнее, анимаголем варлоковский. Ну да, блин, пришел! Когда не звали. Нафига я здесь буду разменчики-то делать, собственно говоря? Мне нужно максимально рисовать. Опа. Ну, вот этим, конечно, убьем. Окей! Сейчас какой-нибудь конус холда не хотелось бы, конечно, получить. Что? Какие волки, блин, Мах, ты куда пришел? Ну ты, конечно, дурак.
Сколько первая арена была, спрашивает человек. 5 побед первая арена была, дали, блин, 50 грамм. Ну хоть маленького призови, ну хоть монетку разыграй на пингового этона. Да жалко. I cry every time. Да, ну Мах, ну, он не понимает, как играть, он там наводился на моего маленького, на другого. Жалко его, что с ним? Что за болезнь? Пошути, говорят, а ты мне задонатил, чтобы я шутил. Сынок, сынок. Не лезь, мне кажется, нет, сынок. Шутки, какие шутки? У нас здесь, у нас серьезная, опять же, киберспортивная, я бы сказал, дисциплина. Какие узри свет, ну ты первый раз играешь, ну блин. Тебе нужно благословение. Почитай условия арены, друган. Хотя мы над ним смеемся, может быть, у него просто карт нету. Жалко его. У него просто нет. У него просто нет еще достаточно. Он недавно зашел в эту игру. У него еще не. Он пытался убить через таунты. Он пытался пойти фейс, возможно. Он не мог. Потому как это не так. Не так работало. Не так работала арена. Не так работала. Только я работал. Нет, я тоже не работал. Я делал штуки. Хорошо. Это не считается. Сейчас еще раз будем играть. Что-то как-то пока непонятно. Давайся, ему говорят. Нет, 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 нет. А что я здесь стату буду портить, а? Нет, нет, нет! Мою ватрушку трогать нельзя! Рау и Джайна! Прям Джайна? Не стоило напрашиваться. За молот Рока! Ты в курсе, как рифмуется Джайна? Ты действительно хочешь, чтобы я сыграл карту Джайны? Окей. Хотя выброс можно было, наверное, и оставить, но хочется чем-нибудь. Окей. Хотелось бы чего-нибудь, конечно, и пораньше. Но, блин, нет, шарман. Не. Войско! Кеса! Кеса! Нет, кеса, плохая кеса! Ну ты чего? Я ложу убить Дима! А, окей, нормально. Че? Да, Таурисона не убрал. Окей. Да какие мурлоки, ты чего? Тихо. Ну конечно, мезотриманы, блин, 2-3 бомж, ему 2-2 бомж, ему 2-3 бомж с 2-1 выковыриванием из бомжей. Бомж. Может, ты еще и раздвоишь его, семья? О, глыба? Что это такое? Сколько тебе скинуть денег на Киви, говорит человек? 1050! Да сколько не жалко, я как бы всем... Всем спасибо, кто донатит, поддерживает стримы, как бы это не обязательно, но... Всегда приятно. Ну да, конус. Ну ему тоже, конечно, на уровне с моими здесь повезло. Ну блин, да, Таурисон-то не заходит. Я его мог сейчас выложить бы через зов предков. На его месте мог быть какой-нибудь Малегос. Хил норм. Броня на закат. Начинаю. Тихо.
у нас потасовка, киса. Тебе нравится актерский тандем Джейса Франка и Сета Рогена? Нет, нет. Сет Роген, как по мне, совсем плохо. Неплохо сыграно. Зато армора накидала. И мы еще и хиляемся. Ой. Правда, не бьем ни хрена. Абсолютно ни хрена. Давай мне тотем. Давай мне существо. Окей. Ну так, у меня заканчивается немного сачок в колоде, поэтому... Да должно по фактической цене разыгрываться это все. Чё это, Blizzard, не разреклами? Какая-то грязь. Это я и мистер... Нам выпадают сегодня худшие карты, абсолютно худшие карты. Не, без своих батл-краев выпадают карты. Ой, нет. Что скрывают глубины? Глубины скрывают леталы, как известно. Ну, нет. На, вот это спасибо. И за это тоже. За поддержку стрима, Blizzard тоже спасибо. За донаты, за поддержку. Хорошо. Разбойник. Ну, блин. Миракл просто собирается. Препарейшн. Да, какой Миракл. Ничего, это не надо здесь. Ну, как бы бэкстеп. Ой-ой-ой. Возможно, даже замаскировать. Это берется. Это не берется, это берется. Это берется по-любому, это берется и приходит обратно в руку. Господи. Это берется. Один клинок берется, чтобы что-нибудь там делать штуки. Две ликвидации, неплохой сериал. Два спринта. Ну, давай возьмем все-таки, наверное, бэкстебы, что ли, чтобы... Ладно, один возьму бэкстеб. Киса! Киса, нет! Окей. Ходи. Играй в Hearthstone на телефоне, планшете или компьютере. Пользуйся единой коллекцией карт на всех трех устройствах. Донать со всех трех. А можно игру сегодня найти, нет? За потасовку дают золотые карты, спрашивает человек. Нет, это мне просто уровень аккаунта подняли. У меня золотая обычная карта. Окей. И... Малфурион. Я должен защитить природу. Ну ладно, не знаю. Сейчас посмотрим. Шути давай, сообщение. Сообщение на Kiwi кошелек. Ну это немного прям как-то резко. Я тут... Я же не придворный шут. Да. Ой. Как получится. Привет, Гуфен, скажи, ведь крутая потасовка наконец. Да, действительно крутая потасовка. Ура! Запотрошила! Какая-то дичь. Тут главное карты разбазаривать. Главное не сидеть. Латхип не зайдет в этой потасовке? Нет, наоборот, только усилит вражеские заклинания. Были у него мана-болты за 1 маны, а стали за 6 маны. У него как существо-то за 6 маны выползло на стол. Ой, нет. Уходи. Я могу рыбать везде. Да.
Это тоже через существ играет? Через змей, что ли, сынок? Мощно. А ты чё мне карточку-то не выловил? Алё. Можно было как-нибудь и карточку бы вывалить. Игра через Милхауса, говорят. Такие все смешные сегодня, просто обхохочешься. Ну так. Ну а толку-то? Окей. Вот. Ох, мы будем потом два черепа... Сынок. Как же мы будем черепоколить, ты б знал. Я вижу твою смерть. Так-то да. Возьми Ван Клива, говорят. Нет Ван Клива. Нет Ван Клива. Да и так неплохо. Чувствуем себя вполне себе уверенно и бодрячком. Зачем тебе в колоде два ползуна? Да. Да. Давай начнем. Сейчас ты получишь. Давай в лицо бить, мне кажется. Два черепокола, череполома, опять же, можно вот это вот все. Милхаус делает заклинание за ноль, ты понимаешь, это куча вестов. Да, кстати, Милхаус тоже хорошо. Я что-то как-то у меня, видно, мозги. Не хардстоуновская сегодня погода какая-то, потому что... Да, Милхаус клево заходит. Милхауса тоже нет, потому что в обычных... При обычных условиях все эти карты обычно пылятся. Но, видимо, в этих потасовках... Да, кстати, при приходе потасовок при приходе теперь возможно легендарки. Ну, конечно, если вы недавно играете, то вы все равно будете пылить ваши легендарки, но... Если вы играете давно, то есть смысл всякие бесполезные легендарки теперь оставлять. У меня клюет! Ура! За Блейд Фурила! Сейчас ты получишь. Действительно, он получил, по слухам. Ладно, сейчас посмотрим дальше, как будет развиваться данная ситуация. Ну, рука неплохая, опять же, череполом, все дела. Как же он выхиливается? Как же он озаряется? Ну, сынок... Да какого ты достал Сидовласова шесть Шеня? Сидовласый Шень! Время убивать! Какая родительная рожа. А я... У меня тут бесконечные черепоколы. Ой, нет. А, существо, ты не влезло, алло! Дайте мне мои череполомы. У тебя очень классный голос, зритель новый, теперь частый гость, спрашивает человек. Это я сейчас просто спокойный, а до этого, если пораньше придешь, мы тут визжим, кряхтим, приходите еще, конечно же. Спасибо большое.
Ну, я не знаю, друид, как ты здесь будешь, конечно. Пеньки! Заходит ли на этой потасовке в этом режиме пеньки? Конец близок! Мое почтение. Слушай, я что-то по мане-то не посчитал. Я хотел сначала вообще как бы ваниш сделать. Ваниш. Снова учение? Да пофигу. Летал, говорят, пропустил. Да я уже БМлю, я хотел вообще ваниш сделать. Просто хочется еще посмотреть, что рога может вывалить из своих, достать из черепоколов. Красивый арт. Никто не играет карту, а арт красивый. Да, друид, проваливай. Что у нас там дальше по списку? Дальше по списку у нас Паладин. Паладин пока был единственный, кому мы проиграли, играя за воина, кажется. Паладин. Так, и на нее. Бабл не нравится, искупление не нравится. Вообще не... У меня что, ложись и нет? Я что, пятил что ли? 2000 пыли. Тапаем. А ты что, не ложись что ли? Горчичка в бой, молотки, освещение. Нет, золотые освещения. Одно это, два это. Ну, как бы, просто как дров. Одно возложение у меня. Ну, блин, давай Тириона возьмем, чё. Исцеляторов, говорят, брать. Ну, можно одного исцелятора. Посмотрим. Смысл, говорят, брать дешевые заклинания. Ну, я взял немного секретов. Ну, блин, по качеству секреты. Посмотрим. Хотя, конечно, такая дичайшая заклинательная синергия, возможно, и раскрывается. Окей. Ну, конечно же, Джайна. Кого ты еще ожидал увидеть в гребаной потасовке, где заклинания, а? Говорят, прист. Ну, до приста мы еще не доползли. Я буду сражаться с счастью. Оставляем. Да, в принципе, все можно оставить. Окей. Волмет. Здравствуй. Ну, как-то слабенько он по сравнению с моим. Hello! Окей. Ложись, пишут, имбовая. Да, ложись неплохая. Но ты, конечно, блин, дурак попинговывать-то. Манекен-мишень! Жду приказаний. Ой. Еще бы был у меня какой-нибудь Тирион, чтобы с ним меняться. В чем суть потасовки, пишут люди. Суть потасовки в том, что при розыгрыше заклинания вы достаете существо. С такой же стороны. Покажу, это не проблема. Неплохо сыграл. Вперед!
Да ты помрешь же. Во имя справедливости. Ой-о! 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 Стой, друган, пока, к сожалению, некого. Некого пока, друган, выкладывать пока. Почему ты не играешь в арену, спрашивает человек? Потому что сегодня потасовка, и мы сегодня немного... Ой. Ну, хоть сексуальный террорист немного пока еще. Скрытая глазница пока еще. Глазница короля! Бдум. Глазница короля пока еще в игре. Во-во-во-во-во-во-во. Вот про кого я говорил, когда говорил про штуки. Да какая плеть? Что тут происходит? Че он мне два, блин, испепелителя даст? Так, можно Тириона на стол, пожалуйста? Каких новых героев ты хочешь, чтобы добавили в ХС? Ну... Ой, нет. Молодец, слил полиморф в самое время. Проваливай. Нам что-нибудь надо? Ну давай на всякий случай. Жду приказаний. Ты в курсе, что герои вернутся 24 сентября с новым сезоном? Не фанат героев, потому что они слились. Но, в принципе. На Яндекс.Деньги сообщение. Куки 629. Гоу Кузьмичу, я бы посмотрел. Спасибо за ламповые стримы. По удовольствию, ты для меня на одном уровне с Дредом. По удовольствию. Двух стволов! Спасибо большое за поддержку стримов. За донат и за пожертвование. Особенно крупное. Чё? Там я бил в лицо уже. Я проверял на штуке. Ой, нет. Испытывай меня, дитя! Дитя! Чё говоришь, 6-12? Балансно. Давай передохнём. Эх, мужички. Какая встреча? Well, Мэтт. Балансно. Так вот. Да какие два равенства? Ты чё? Куда мне тут исцеляться-то уже? Все сопли вышли исцеляторские. Какие там плумберы не в сети? Кого я там раздвоил-то? Какая отраженная сущность, действительно никто же не берет ее на этом. Понятно, он все мои ошибки сделал, да. Таурис она взял, отраженку взял, которая будет понижать. Но у него же нет великолепного, восхитительного, профессионального чата, который помогал бы ему, подсказывал бы. Ну, хотя я особо подсказки не читаю, но какие-то вот такие все равно. Какие-то это... Не получится, сынок. Неплохо, сынок. Ну что у тебя там, глыба? Ой, нет. Какая встреча? Ты что, Валмет, что ли? Эта партия за тобой. Так вот. Дальше у нас по списку. Хантер был. Блин, а много еще. В следующий раз оставить, кого мы еще не смотрели, собственно говоря. 6 посмотрели, троих не смотрели. У нас время... Ладно, друида еще. Окей, зрение берем, коготь берем, гнев берем, пантерку, рев берем. Один все золотой. Да ты чё? Лечилку берем, конечно же. Один знак, два размаха, два душмана, одни семена, два укуса, два дара, два звездопада.
Эту парашу одну можно взять. Норм! То тяжеловато, толстовато хотел сказать. Душу леса можно убрать. Или, возможно, одну оставить. А что взять вместо них? А вместо них, дорогой мой друг, берутся две вот эти карты, возможно. Давай посмотрим, что получится. Бум! Буйный рост бери. А что, я не взял буйный рост? Тихо, тихо. Да, я как-то проигнорировал буйный рост. Да, буйный рост был мной немного проигнорирован. Не испытывай меня, дитя! Ну ты как ж дурак Медива-то купил, ах ты донатная ублюдская твоя рожа, фу. Противно прям, фу, уходи, Медив. Мне неприятно. Мне не смешно, клубе темно, мне до звезды, и мне так до звезды, Одни маги, блин, одни маги, блин. Окей. Давай передохнем. Норм, так за первый ходик. Хочешь что-нибудь взорвать? Ну, не то, чтобы я хотел взорвать что-то. Окей. Что вы там говорили, друид, сама имба? Нет, про приста говорили. Ну, друид пока выглядит балансно, особенно следующим ходом. Особенно, если там что-нибудь будет с рывком. Включи, ну да. Не могу включить, потому что мафия ко мне, Black Star мафия приедет ко мне и сломает мне коленные чашечки. И будет из них... будет из них попивать лагманы. Может быть-то да, но давай уже что-нибудь доделай-то да. У него даже глаза не светятся, или слишком маленькая анимированная картиночка, чтобы было видно, как светятся глаза. Я не знаю. Может быть. Может быть. Я с вами абсолютно согласен, молодой человек. Здравствуй. Я не знаю, как друид в оригинале говорит. Hello! Hello! Да ходи уж, алло. Вышел что ли уже, ливнул? Ясно. Ой-ой-ой, друид, а ты чего? А ты чего немного? Ты чего немного проиграл? Ну блин. Я бы сказал, что это не считается, но по факту-то это считается, потому что я просто его аннигилировал, сучонка. Ой, нет. Сучонок был, если вы заинтересованы, сучонок был немного аннигилирован. Ладно, давай еще раз другим напоследок. Что-то как-то не получил. Я столько в потасовке времени... Я столько времени в потасовке ни разу не проводил. Потому что все потасовки до этой были абсолютно полной дыниной. А эта потасовка очень даже неплохо сыграна. Ой-ка. Малфурион и Жайна. Жанна! Не, нет, это не она.
Это мы все реролим. И тебя тоже реролим. Бесполезная карта, которую хоть кто-то теперь когда-то будет в гребаной потасовке играть. Ура! Сойдет. Рагнаросом, говорят, нормальная была. Но мне похуже, честно говоря, с Рагнаросом, чем это. С Рагнарусом. Хочу ли я на первом ходе киплей поиметь существо за... Я-то рассчитывал на какие-нибудь качественные 5-6 драконы. Зачем засчитывают арены на потасовке, спрашивает человек. Чтобы ты мог про это рассказывать. Рассказывать. Удовольствие игры в Хардстоун не за тем, что ты играешь в Хардстоун, а за тем, что ты можешь рассказывать всем, как ты это делаешь. Да, блин, зато разбазарил кучу карт на то, чтобы умерла она. Здравствуй, путник. Спасибо. Путник. Да какая справедливость, ты чё? А можно гнев там что-нибудь такое? Гнев. Очень даже качественно здесь бы. Да какое древо, ты чё? Ой, ребята. Мы тут, ребята, и... Тут, ребята, уже не до шуток. Рокзар тут хорош, пишут люди. Ну да. Ну как бы зачем впихивать его, когда можно еще дополнительную заклинаху впендюрить, вклянчить можно даже, вкорячить возможно даже, впихнуть. Молодец, за ноль себе призвал. Еще одного за ноль, давай, заходите. It's time for a little blood. Там же он little, нет? Я, кстати, не уверен. Почему не заливаешь воды стримов на канал Ютуба? Ну забываю я! Да прекрати! Так, ладно. Ого. Я уже не принял. Ну, допустим. Якорь, блин, мне в глотку, потому что тебя, блин, убьют, якорь, блин, в глотку. Ладно, давай не будем чуть. Так-то якорь, конечно, в глотку. Ого. Вот это ты накатил. Ха-ха-ха! Как же я тут сыграю-то, а? Да он еще не знал, какие у меня здесь есть. Тебе нужна моя помощь? О. Мне кажется ли ты... Архимаг Антонидас, достопочтенный мой джентльмен, не кажется ли вам, что вы немного... Обратно в колоду. Так, самую малость, совсем чуть-чуть, вы просто... проваливай. Киляемся на всякий случай.
Что же делать? Я служу повелителю огня. Да какие повелители огня сейчас, блин, все? Ой, а варлок это вообще круговерть. А не распалил ли я круговерть, кстати говоря? Да какие тут, ты чё? Господи, какая грязь. Грязь, это почти как мразь. Ну это нормально вообще? У меня кончается время. Не, я похиляться-то похиляюсь, а толку-то с таким столом. Что творит? Нормально все там у людей! Да, он, кстати, еще сыграл не очень. Give me the pussy, boss. Эй, босс! Fuck you. Повинуйся. Ну давай, чё? Так, есть вообще смысл сейчас? А какие другие варианты-то? Накинуть на варительницу плова провокатора? Ну, накинули. Один разочек громко-громко закричать. Давай закричим. Еще разочек громко-громко закричать. Какой 7-1, ты чё? Ну давай так, а потом потеряемся и вывалим существо за 9 маны и будем вообще сексуально сидеть. О. Здравствуй. Какой, блин, яростень, какая мерзость. Не для того моя ягодка росла, чтобы от яростня потом отскабливаться. Окей. Фу-фу-фу. Время. Так, что у меня проблемсы? Ну, не то чтобы прям похожий. Но мы здесь будем немного рисковать, похоже, потому что... Не похожий на меня. Бум-бум. Бум. Ну да, вообще пантерка. Надеюсь, тебе нравится моя... Ах ты моя маленькая, 2-2. Что-то там типа... Да нет, кстати, от глыбы-то... Живу! Глыба... Глыба во мне живет! Ой, как я сейчас древожизнюсь-то, госпо. Антимагия, говорят, мне надо... Нет, пантера уже была, поэтому это не антимагия. Поэтому мы спокойны. Да какая глыба, ты чё? Какой неферием, ты чё? Сейчас его ждет, блин, дикая природа. Здравствуй. Тварь! Так. Тут небольшой проблем в том, что... Я хочу, чтобы это легендарно было. А у него будет еще бомжарня стоять. Не, ну, конечно, так рисковать. То есть слить свайп... Рисковать против мага с одними заклинаниями. Смотри! Ну так-то смотри. А теперь моя очередь. У тебя глыба была, а у меня вот что. Здравствуй. Такой-то аутизм интерференс. Здравствуй. Ну, как тебе сказать, что вы там достаете нынче из порталов? На страже. Ну так.
Смотрю, и напинговывает ведь, а, скупердяй. Ура! Заработала! О, кстати, неплохо. Какая-то дичь. У людей стрим завис от таких плеев. Нормальные такие плеи. Магу Flamestrike здесь не помогает. Fireball помогает. Я никому не скажу. То, что у тебя гигантская задница. Да мы все так видим. Ты чё? Окей. Так, ладно, сначала потянем. Я изменю твой разум. Окей. Имя природы. Ставить что-то на потом. А то вдруг! Я уже атаковал. Ну, атаковал и атаковал, что поделать там. Здравствуй. Путник. Неплохо сыграно. Эта партия за тобой. Да, вполне себе эта партия. Действительно, по всем параметрам, по всем производным. Ну. Ну так, клевая потасовка. Все, кто не играл, рекомендую проследовать на потасовку, особенно если у вас есть примерно хотя бы большинство карт. На этом, я думаю, на сегодня все, друзья. Спасибо большое, что смотрели. Всем, кто сегодня подписывался и поддерживал стрим материально, и просто кто смотрел и писал в чат всякие смешнявки. Всем спасибо, всем пока. Вернусь, наверное, в пятницу. Приятной рабочей что-то там. Четверг. Все, ушел. Рекламу запульну и пошел.